Здесь, в музее «Четыре эпохи воинской славы» регионального отделения Союза десантников, почти за 4 года работы побывали многие школьники Твери и Тверской области. Но в эти весенние дни здесь встречают гостей другого возраста и ранга. Экскурсию по героическим вехам Отечества проводят для руководителей тверских школ. Сегодня здесь директора и их заместители по учебно-воспитательной работе школ Московского района областной столицы. Вот эта экскурсия, она такой беспрецедентный шаг. Мы объясняем, как мы работаем со школьником. Во-первых, зачем это нужно, для чего это нужно, кто работает, что говорим, что показываем. Все началось с того, что около месяца назад в музее побывали заместитель главы Твери Людмила Хоменко и начальник управления образования областной столицы Наталья Жуковская. Увидев и послушав то, что и как рассказывают здесь детям, приняли решение – музей стоит посетить руководителям школ. Да, мы пропагандируем традиционные российские ценности. Мужчина – это воин, это защитник. Женщина – это жена, мама. То есть, очень простым, доступным языком. При этом мы сразу говорим о том, что вне зависимости от какой, кто по национальности, ребята, да, школьники, кто по национальности их родители, по вероисповеданию, все мы живем в Твери, на Тверской земле, изучаем славную историю нашего Тверского края. Вот это основные моменты. А еще здесь есть возможность каждому посетителю любого возраста взять в руки макет реально воевавшего оружия. Оно является, безусловно, безопасным, оно деактивировано, его осматривали специалисты, но, тем не менее, это живая история. Это голова. Есть. Ответ. Это надо. Отлично. Это оружие может испытать даже младший школьник, что с успехом демонстрирует 4-летняя дочь Алексея Виноградова Марго. Я бьюсь мечом топором. А кто тебя учил биться мечом и топором? Папа. А тебе нравится? Да. Умение носить кольчугу школьникам постарше демонстрирует другая дочь Виноградова, Ксения. На меня одевают доспехи, и я показываю то, что для детей моего возраста тоже можно одевать эти доспехи. Мы, во-первых, знать должны, где наши дети. Во-вторых, это наш, от нас очень много зависит. Вот именно воспитание вот этого патриотизма, духовности, нравственности. Поэтому мы будем работать в этом направлении дальше. Как говорится, это очень важно и для нас, и для всех. Нынешний 2021 год для всего Верхневолжья год особый. 80-летие освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. И, конечно же, еще одна значимая дата – 80-летие начала Великой Отечественной войны. Наши детки хорошо должны знать свою историю, знать прошлое, чтобы очень хорошо ориентироваться в будущем. Ну и, конечно, вот в такой период, особенно сейчас, накануне вот таких славных дней победы, надо знать заслуги вот наших воинов, наш вот именно вклад России, нашей страны, в историю. Я бы сказала, не только историю России, в историю человечества. Это очень-очень важно.